Один из моих конфузов, я тогда еще был холостяком, и я начинал заниматься бизнесом. Поскольку был холостяком, у меня были хлопчатобумажные носки, и, естественно, они такое имеют обыкновение выстирываться, и они становятся не черные, а, скорее всего, какие-то серые. Ну, хлопок имеет такое свойство. Они целые, они чистые, но они были выстираны много раз уже. И когда мы раньше приходили на консультацию, нас часто приглашали домой. И у нас принято снимать обувь. И когда снимаешь обувь, рассказываешь о бизнесе, о деньгах, уходишь, человек сделку не подписывает, а потом мне общий знакомый передает, говорит, я не верю, потому что у него были носки очень много раз постиранные. И с тех пор я больше никогда не одеваю старые носки. У меня носки всегда новые и черные. Я холостяком даже об этом не задумывался. Я просто стирал, я одевал чистые носки, приходил. И когда у меня не подписали контракт, я не сделал продажу из-за того, что клиент сказал, у него не может быть много денег, потому что у него старые носки. Вот для меня это было тоже школой. Я с тех пор, это уже два десятка лет, я никогда не одеваю старые носки. На мне всегда новые черные носки. И когда они много стираются, мне приходится их выкидывать. Это для меня было хорошей школой, что когда ты идешь к клиенту, ты должен выглядеть на все 100. На тебе должно быть все новое. Ты должен быть идеален.